После недавнего нападения бродячих собак на мальчика тема бездомных животных для жителей Уфы остается одной из самых волнующих. Сложившуюся ситуацию обсудили в горсовете. Здесь собрались представители службы отлова, депутаты, зоозащитники и другие общественники. Мы, понятно, что там не можем себя там сравнивать с Британией или Германией или там Голландией, где иная культура, иная законодательная нормативно-правовая база владения животными, сформированная не сейчас, не по щелчку, то есть она тоже формировалась довольно длительный период. Спикеры сильной критике подвергли 498-й федеральный закон об ответственном обращении с животными. Согласно документу, бродячих собак отлавливают, стерилизуют, беркуют и выпускают обратно на улицу. Именно из-за последнего пункта переживают горожане. Когда готовился закон, он преступно был недоработан. Значит, видимо, значит, Следственный комитет разберется во всех причинах, кто был лоббистом. Значит, но хуже нанести урон гуманному отношению к животным, вот в частности к собакам, чем этот 498 закон, никто не может. Потому что этот закон сам по себе не сбалансирован, вызывает ненависть сегодня к собакам, незаслуженно. Кроме того, в этом законе не прописано, какое именно поведение животного можно назвать агрессивным. Исходя из текста документа, невозможно понять и то, может ли человек защищаться в принципе. Больше всего претензий у жителей города возникло к ООО «Актив», которая по контракту в этом году занимается отловом бродячих животных в Уфе. Но, по их мнению, все упирается в нехватку финансирования. Если мы всех заставим чипировать, если государство всех заставит чипировать, ставить ветпункты, например, 3-4 ветпункта, да, там в южной, в северной части, и заставить стерилизовать бесплатно, вы представляете, как быстро мы решим эту проблему? А это можно общий единый реестр создать животных, вот, и они будут у нас проходить, мы сразу будем видеть по чипу, кто хозяин, наказывать его административно, да, то есть поднять штрафы в том числе за то, что животных выкинули. Но фокус обсуждения снова сместился на обращение с домашними животными. А как быть с теми собаками, которые уже сбились в стаи? ЮТВ вышел на улицы города, чтобы узнать мнение уфимцев, что же делать с бездомными псами. Обратно, конечно, не беспризорно, это опасно. Желательно, чтобы как-то их создали что-то, чтобы их там кормили, хранили. Как бы. Желающие, кто захочет, придут, возьмут. Я за то, чтобы бездомных животных стало меньше, чтобы они были в тепле, а их не убивали. Потом они просто умирают со временем, и все. Вообще, я против убийства, конечно. Последние новости как бы на это подталкивают все равно. Отдавали, чтоб людям? Вообще, конечно, что-то надо делать. Наверное, все-таки и убирать. Стерилизовать и... наверное, в питомнике. Собрать и отправить все в приюты. Прийти к единому решению спикерам так и не удалось. И помимо разговоров о финансировании и чувстве ответственности за питомцев, они сошлись во мнении обязательного чипирования и стерилизации бездомных животных. А тем временем собаки продолжают гулять по улицам и дворам города. Эвелина Бронникова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.